А в Прикарпатье расследуют попытки взорвать газопровод, по которому российское топливо идет из Западной Сибири в Европу. Местная прокуратура сочла, что это теракт. Взрывы прозвучали в понедельник, и первый из них привел к утечке газа, который оперативно устранили. Второй взрыв оказался мощнее первого, его услышали даже в соседних селах. Но бомбу, видимо, заложили неудачно, и снова повредить газопровод не удалось. Было два взрыва. Учитывая вид трубы и характер повреждения, это постороннее вмешательство с применением взрывного устройства. Областная прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Терроризм».